Я прямо за тобой. Тогда пойдем. Ладно, понятно. Тебе все еще что-то нужно? Мы выступаем? Идем. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Веди.
могу, извини. Не могу, извини. Ладно, понятно. Ладно, понятно. Тебе все еще что-то нужно от меня? Мы выступаем? Идем. Мне это нравится все меньше и меньше. Thank you.
Эх, бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Куда смотрит Ярл? Мы что, теперь должны трястись от страха у себя дома? Прошу тебя, хватит. Я рассказал Идгард о твоих страхах. Она обо всех вас позаботится. Возвращайся домой. Нам тут не нужны волшебники. У Морфола и так достаточно проблем. Эх, бестолку. Значит, пока будет так. Будь поосторожнее. Морфол — опасное место. Я просто бедный человек, которому надо как-то жить. Если бы мог, я бы уехал из Морфола. Новое лицо! Да чего радостное зрелище в старом унылом Морфоле! Добро пожаловать! Я бард из коллегии бардов Солитьюда. Таким скитальцам, как ты, стоит подумать о том, чтобы вступить в нее. Не поддавайся унынию, страшиться нечего. Старик Лурбук сейчас тебя живенько развеселит. Ты только послушай его. Добро пожаловать в Верески. Если тебе что понадобится, только кликни. Как же здорово, когда есть посетители. Дом Хрогера? Там недавно произошел ужасный пожар. Так жаль его жену и ребенка. Их крики разбудили полгорода. Большинство горожан теперь даже не приближаются к пепелищу. Боятся этого проклятого места. Хрогер утверждает, что огонь пошел от очага. А некоторые говорят, что Хрогер сам поджег дом. Так говорят. Видишь ли, он теперь живет с Алвой. И переехал он к ней
На следующий день после пожара. Как-то неправильно съезжаться с новой любовью через день после того, как твоя семья сгорела заживо. Конечно, нет. Но наш ярл хочет знать наверняка, виновен ли он. Возможно, даже заплатит, если удастся что-то выяснить. Питье для жаждущих, пища для голодных. Какое вяло. Дела просто стоят. В Морфол никто особенно не ходил, даже до войны. А уж теперь, скажем так, парадной дверью пользуются очень редко. Лурбуком? Вообразил себя бардом. Он платит, и я его не гоню. Будь у меня много посетителей, я бы волновалась, что он их распугает. А так, взгляни по сторонам. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может переделать твое лицо, полностью изменить твой облик. Ты в это веришь? Предложить мне нечего, но если хочешь переночевать на сухой постели, я могу сдать тебе комнату. Если тебе нужны алхимические препараты, я постараюсь достать. Если, конечно, я их не все израсходовала. Мы с Йоргеном очень много работаем. И выходных себе не устраиваем. Нам обоим нравится жить в Морфоле. Нет, нет. То есть иногда да, но вопрос не в этом. Просто временами мне бывает нечем заняться, и тогда я пробую всякое. Обычно ничего не выходит, но я пытаюсь. А потом не успеешь опомниться, а запасы закончились. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. А, так значит, ты алхимик. Славного денька. Ты не знаешь, где... Она до сих пор не вернулась домой. Папа говорит, чтобы я больше не ждал. Но почему? Ведь мама когда-нибудь вернется... Ты отличаешь их, верно? Ты не как все. Во всем Скайриме больше нет таких, как ты. Не обращай на Йорика внимания. Он не сумасшедший. Это не так. Мой брат чувствительный.
Ему трудно на чем-то долго сосредоточиться. Мы возили его в храм Кенарет в Вайтране, чтобы лекари убедились, что он здоров, и они сказали, что все в порядке. Ты направляешься в Вайтран? Можешь отнести это письмо жрице Данике? Это записка о здоровье Йорика. Спасибо. Временами я теряюсь. Не понимаю толком, куда иду, и я не здесь. В чем дело? Драконы? Смотри без глупостей, эльф. В чем дело?
справишься. Это нравится все меньше и меньше. Скучно, наверное. Тут кто-нибудь есть? Thank you.
Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Дорогу. Что тебе нужно? Ладно, понятно. Что-то еще?
Я прямо за тобой. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем.
Пойдем шкуру сдеру. Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что для тебя. Скажи спасибо, что ты в городе, а не в Ривервуде где-нибудь. Вот заработай деньжа. У этих бедолаг даже стены нет. Спасибо. Вот теперь котяра мне поможет. Может, я сама стану караванщицей когда-нибудь. Как и обещала, давай я расскажу про то, как надо торговаться, чтобы тебя всякие ушлые торговцы не обсчитывали. Да тоже, что и все. Говорят, в Альсвеере все не так, как в Скайриме. У них там джунгли и пыльные пустыни. Ужас какой. Прощай. Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла. Назим их обычно лижет в это время суток. Добро пожаловать, дитя. Да, Златолист. Да нет, ничего. Сейчас это весьма неприглядное зрелище. Это все Назим. Конечно, это скорее проблема для паломников, чем для меня. Но их тут в последнее неужели время очень мало. Друг друга не любим? К востоку отсюда есть тайная роща. Назим, там и растет великое древо. Оно старейшее живое существо в Скайриме. А может быть, и во всем Тамриэле. Наше дерево здесь, в городе, выросло из его побега. Через него до сих пор можно ощутить величие родителя. Даже одно из имен его, Злато-древо, отголосок того имени. Я думала об этом. Такие деревья не умирают. Они могут лишь заснуть. Думаю, если бы нам раздобыть капельку сока материнского дерева, мы разбудили бы его дитя. Но даже если ты доберешься до великого древа, тебе не пробить его кору. Обычный металл его не возьмет. Великое древо старше любого металла. Оно родом из тех времен, когда не было еще ни людей, ни эльфов. Тебе придется прибегнуть к древней магии, чтобы добыть его сок. Тебе придется сходить к ворожьям. Я слыхала про оружие, которое они сделали, чтобы приносить в жертву сприганов. Оно называется крапивник. Я бы сама пошла за ним, но боюсь ворожей до смерти. Твой дух силен. Дуновение кинарет направит тебя на истинный путь. Это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы.
Ну что, тебе удалось добыть крапивника у проклятых ворожей? Сестра Йорика? Бедная девочка. Магия течет у них в крови. Это не всегда благо. Спасибо тебе. Вот это за труды. Как же плохо. Пусть ветра Кинарет принесут